Продолжаем выпуск. Состоялся 7-й съезд профсоюза работников металлургических и машиностроительных отраслей промышленности Узбекистана. Делегатами проанализирована за последние 5 лет работы, а также рассмотрены вопросы их дальнейшей деятельности. В работе Курултая приняли участие руководители предприятий, организаций и председатели первичных профсоюзных организаций отрасли. Повестка дня очередного курултая работников металлургических и машиностроительных отраслей промышленности включила в себя 8 вопросов, а отмечалось, большое значение в последние годы придается развитию таких отраслей промышленности, как металлургия, автомобилестроение, машиностроение, в том числе сельхоз, электротехника. Внедрены глобальные инвестиционные проекты. За счет программ локализации создано множество новых рабочих мест. И ежегодно профсоюз определяет задачи по обеспечению трудовой, социально-экономической, культурно-просветительской защиты прав и интересов своих членов. Итак, УЗМЕТ МАШ САНОАТ объединяет 238 первичек таких отраслей, как металлургическая, машиностроительная, автомобильная, радиоэлектронная, электронная, электротехническая, сельскохозяйственное машиностроение, а также организации Агентства государственной стандартизации, где трудится около 67 тысяч членов профсоюза. Работа основывается на принципах социального партнерства. Отраслевые соглашения заключены с АО УЗАВТО САНОАТ, УЗАГРОТЕХ САНОАТ ХОЛДИНГ, Ассоциацией УЗЭЛЬТЕХ САНОАТ, Агентством УЗ Стандарт, где определены обязательства по установлению условий труда и его оплаты, занятости и соцгарантии для работников. Отмечалось, самым действенным социальным партнером отраслевого профсоюза является АО УЗАВТО САНОАТ. Охват членством насчитывает до 45 организаций, трудится в них более 30 тысяч работников, и все они члены профсоюза. В отчетный период через отраслевые соглашения и коллективные договоры на защиту социально-экономических интересов членов профсоюза работодателями и правкомами было выделено 87 миллиардов 468 миллионов 618 тысяч сумм. Из них 8 миллиардов 51 миллион 531 тысячи сумм только за счет профбюджета. За отчетный период в Институте повышения квалификации Федерации профсоюзов Узбекистана обучились 215 председателей правкомов, бухгалтеров и специалистов по охране труда. В Республиканский совет профсоюза от физических и юридических лиц поступило 169 обращений, из них 41 жалоба, 128 заявлений. Каждая получила свой ответ. 46 342 ребенка отдохнули в оздоровительных лагерях, из них 2550 – это воспитанники домов Мехрибанлик. Идет активная работа по привлечению в отраслевой профсоюз предприятий и организаций так называемого негосударственного сектора, то есть субъектов малого бизнеса. Так, за отчетный период в члены профсоюза отрасли принято 73 первички, 375 цеховых организаций, в них трудятся 14 111 работников, членов профсоюза отрасли. Профсоюз уделяет большое внимание сотрудничеству с профильными международными профсоюзными организациями. Более чем с 10 заключены соглашения о партнерстве и взаимодействии. На Курултае были решены все 8 вопросов повестки дня. Избран председатель профсоюза работников металлургических и машиностроительных отраслей промышленности Узбекистана.